Гэты хлопчык з'явіўся на свет пад бой расійскіх курантаў роўна ў 23:31. Так што калі ў сем'ях уздымалі бакалы шампанскага за Новы год, да мамы Вольгі прынеслі дзіця. Первая девочка, конечно. Вот 11 девочки, решили братика подарить ей. Следующий год уже будем вместе. Как говорится, и Новый год, и день рождения, все сразу отмечать с семьей. У 5:30 Нового года народилась дзяўчынка. У сям'і яна третья. Теперь Татьяна – шматдетная маці. Дети, что з'явіліся на свет у ночь с 31 по 1, знаходятся у одной палате. Помеж ими розница усяго у 6,5 годин, а по документах целый год. Все должно было случиться раньше. У нас срок был 28 декабря, но ребеночек решил, что ему пора 1 января. Как я говорю, не захотела быть девочка-змеей, захотела быть лошадкой. Уже скорая везла меня под звуки петард. У городской больницы хуткой медицинской допомоги за первые 2 дні Нового года народились 13 детей, а у первой Могилевской больницы 10 немаулят. Все благополучные семьи, первые, вторые роды. Вчера были первые роды много, 3 женщины были с первыми родами, а 1 была с повторными родами. Сейчас очень много женщин повторно рожает. Дарэчы, у 2013-м у городской больницы хуткой медицинской допомоги з'явілася на свет 3465 детей. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новини регион.